Все хорошо, уже, в принципе, поправился. Спасибо за вопрос, поэтому готовимся к игре. Сборная – это все-таки сборная, здесь уже другие задачи, клуб, поэтому думаю, что все будет хорошо. Рух, команда для Минского «Динамо» непростая. Мы с ним встречались трижды. Трижды, к сожалению, не сумели обыграть. Это как-то так, ну, накладывает дополнительную мотивацию. Да, нет, в принципе, в том году там вообще другая команда была, если так брать. В этом, ну, я не считаю, что мы там плохо играли. В принципе, нормально играли. Так получилось, что пропустили и не смогли забить. Поэтому будет новая история. Поэтому я думаю, что это никак не повлияет, что проигрывали. Но все равно у любой команды есть слабые стороны, на которые будем пытаться через которые играть. Да, не в целом команда сильная. Саня, Найок тоже в середине, да, может, это концевой Гречиха. Поэтому хорошая команда, ничего не скажешь. Поэтому они идут, борются за медали. Хороший ягод.